Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Walking Dead Сезон 2. Сегодня начинаем проходить эпизод 5, последний. В прошлом эпизоде мы потеряли Сару, зато у Ребекки родился младенец. Я так полагаю, от Карвара. Также нам встретился русский персонаж, богатырь Арва, который с собакой нас кинул. В общем, в конце эпизода он и его банда нас прижали. Обстановка накалилась, поэтому мне пришлось убить Ребекку, так как она успела стать зомби. Ну и на этом, собственно, закончился эпизод 4. Ну что, давайте узнаем, чем все обернулось. В предыдущей серии. Ох, ребята. Да тут только Бонни осталась жива. Момент, когда Кенни избил Карвара за то, что тот отбил ему глаз. Неправда, Кенни наш братан. Опилочка мне пригодится, наверное. Как эффект бабочки. Если бы я ее не взял, что-нибудь другое произошло. Вот, вот он этот момент. Кипиш пошел. Блин, что же дальше? Да-да, я это уже запомнил. От моих решений много кто страдает. Хотя нет. По большей части, я всех спасаю. Ходячие мертвецы. И стрельба на заднем плане. Блин, надеюсь, никто не пострадал. По крайней мере, из моей группы. Ну же, ребята. Кто? Клементина? О, Клема. Тебя ранили? Так, Наташа, Майка подбили. Люк, живой, отлично. Мы должны идти. Кенни, давай только не подстрелись. Застрелили меня. О, малой, надо спасать малого. Блин, рядом с ним стреляют. Капец. Ползи, Клема. Козлы, тут ребенок. А вы палите. Твою мать. Дебилы. Прикрой люк. Что я делаю? Ты баран, что ли? Там ребенок. Конечно, спасти. Отлично. Успели. Да потому что ты дурак. Стреляй. На подавление. По-моему, мы убили больше, чем они. Не высовывайся. Это во-первых. Да они тебя не понимают. О, нормально перевел. Говорит, скажи что-нибудь по-английски. Давай, Люк. Попробуй. Чем? Младенцем, что ли? Придурок. Ладно. Давай. Раз. Два. Я не успел. Эй, эй, эй. На подавление. Давай, Люк. Ох, дурак. Все. Минус один. Ты в порядке? Забинтуем, нормально будет все. Главное, чтобы косточку не задел. Так, надо Кенни теперь доставать. Кенни. Ты че, в заложники хочешь взять? Нет, отпусти, отпусти меня! Get out here! Or I put a bullet in this kid's
shut up! Отпусти меня, прошу! Я должен быть с ней! I said shut up! Это не его вина. Но если он не врет. Ну, вел себя, по крайней мере. Ты замочил Наташу! Ты ублюдок! Он и так в огонь! Ты ему только поможешь! Опа. Кен, тебе надо ее убить. Я должен посмотреть, если здесь все в порядке. Короче, он вел себя так, как будто они... Блин. Они его заставили. А Наташа, походу, его реальная сестра. Кен. Наташа! Кен, тебе попали? No, Арва, ты сам видел, она обратилась. Я оставлю медленно тебя истекать. Человек! Нифига себе. О, Джейн! Ты чё глаза выпучила? Кто ты первый раз убиваешь? Давай ты горло полоскать, блин. Любит всякую жесть делать в этой игре. Ты давно за нами идешь? Так. Ну что, какие у нас потери? Люку ногу подстрелили. Майку руку. Кинни. В тебе-то не попали? Ты чё там упал? Ладно, давайте разбираться. Напряженно было ждать несколько дней. Пока я начну этот эпизод. Спасибо. I didn't know this man. I've never killed someone that didn't wrong me in some way, but didn't deserve it. С почином. I pretend he was a walker, but it's different. I didn't think it would be, but it is. Ты нас спасла. Yeah, that's why I did it, but it felt wrong. Пройдет, Джейн. Принципы не лучшее. Принципы не лучшее, что нужно использовать в этом мире. Пойдем. Come on. Okay. Блин, Ребекка, жаль ее. Она не заслужила такой смерти. Люк, ты же понимаешь. How did this happen? Как она обратилась? Just like that. Блин, эти ребята все роднее и роднее становятся. Да. Да, так и есть. Вы мне как первая группа уже становитесь близкими. Теперь она с Элвином. Нам просто надо продолжить. We'll take care of your boy. You rest easy. Он еще малой остался, Арва. You piece of shit! Hey, hey! Ну, пару раз ему можно Stop, всадить. Guys, get off me! Come on! It's over, man. He ain't a threat to us. How can you say that? Of course he is. Get out of the way! Эй, what are you doing? I'm doing the same thing this asshole tried to do to us. It doesn't have to go down like that. Kenny, please. He's just a scared kid, man. Он не стрелял по нам. He wasn't the one shooting at us. That guy's dead. Just because he don't have a gun doesn't mean he wouldn't have. Well, he didn't. So leave him alone. Пока что ты не трогай его. Please, please, I can take you. Bullshit. No, no, it's true. We have place, not far. Food. See? Смотри, he как можно сделать. Oh, don't be stupid. He's just trying to save his skin. Why the hell would you help us, huh? Пару человек с ним пойдет, остальные будут прятаться. Close your eyes and I'll make it quick. Kenny, back off. If he's telling the truth, it could save all of us. And if it's a trap, we'll all be dead. Нам нужна еда. Food. None of this will matter if we all starve to death. She's right, Kenny. We're running low on supplies as it is. It's worth the risk to check this place out. Trust him, don't trust him. It doesn't matter. We should go anyway. We just need to be careful. It can't be far from here. You stay out of this. You're the reason these fuckers came after us in the first place. Don't try and pin this on me. Lay off, Kenny. She just helped us. Look, don't start, all right?
I'm sure you're real excited to have your girlfriend. Не вини ее. Don't blame her for what these people did. Она-то тут при чем? Я отпустил. Think about the baby, Kenny. If there are supplies, we need them. We ain't gonna last much longer without more food. We gotta take a chance. Давай, Кенни, не тупи. Ты же нормальный мужик, адекватный. We got something to tie this shit. Связать это логично и нормально. Follow me, I thank you. Just give me a reason. Yeah, man, he gets it. Ну все, ты плохой полицейский. Он запомнит, что ты его ушатаешь, если что. О, титры. Автор сценария Ник Брэкон. Эх, хрен с ним. Красиво. На превьюшку. Руководитель Шон Эйнсворт. I know you're probably pissed about me leaving. When I heard the gunshots, I knew it was a mistake. If it helps, the thing I'd normally do is walk away for good. Ты так близко была к нам? Despite what my instincts are telling me, despite everything I've seen, ну что, everything теперь хочешь печенька? Я рада, что ты вернулась. Pissed. I'm glad you're back. I didn't want you to go in the first place. Thanks. That's good. Because you're probably 90% of the reason I came back. Okay. And it'd probably get pretty annoying if you hated me the whole time. Wouldn't want it to be annoying. No, that would suck. Отлично. У меня теперь есть взрослая подружка. All I can do is promise you I won't abandon you again, which, to be fair, I've never done before, even though I probably should have a few times now. You don't gotta point the gun at him the whole time. You forget what we just went through. He ain't going anywhere, Kenny. No need to get your arms. Ну, в натуре он бегать не может. I'm worried about Kenny. Что ты за него переживаешь? He's in a dark place. We gotta. Надо с ним поговорить. Everything he's been through. But he's lost. It's changing. Но он будет в порядке. I've known him a while. Ему просто надо пережить, успокоиться. It's weighing on him. Everyone has a breaking point. Он уже один раз взорвался вон с этим Скарвером. You're the only one that he trusts. That he really trusts. Да, это так. That's gonna have to pull him back. Да я не против. If we're really going to make this work, we're all counting on you. Я сделаю, что смогу. I'll do my best. I know. Come on, slowpokes. Slowpokes. Потопали, Джейн. По дороге разберемся. Какой красивый лес. Распикселизованный. Такие веточки крутые. Ну, этот антураж мне нравится. Такая рисованная графика вперемешку с ходячими мертвецами. Получилось действительно круто. Что Wait там? Wait. We need to stop. No. No, I'm fine. Hey, I just need a second. Угу. Sorry, I just put more Ты как Ребекка в порядке? All right, wait there. Hey, what I say? When I tell you something, you fucking listen, you understand? Kenny, come on! There's no need for that! He's Можно не грубить. I'm fucking talking to you! I say stop! You'd best stop! If you know what's good for you. Он понял. He understands! Just fucking stay put. Ты его сейчас так зашугаешь, что он бояться будет идти. Мать, давай лучше я поговорю. Да вы чё, ребята, он же тебя сейчас пристрелит нахрен. Окей. У вас нету припасов с собой, чтобы залатать, блин, люка? Уж нога прострелена. Let each other know how tough they are. Put them in their place. Bunch of dominant alpha male horse shit. And it all ends the same way. But don't look at me. I ain't that guy. Да ты что? True. You get in your fair share of pissing matches too. Do I? Are you kidding me? Мне не просто бояться. Yeah, they're just scared. That's when it happens. When they don't know what to do. Люк, ты тоже постоянно поперек встаешь. Yeah, that makes sense to me.
Ну, по большей части, только из-за того, что на тебя Кенни наседает. Блин, это мне надо разговаривать с Кенни, а не сидеть здесь, помогать Люку. Hey, Bonnie. Yeah? I'm sorry. For what? За что? I'll be right back. А что ты сделал, Люк? Расскажи мне. Люк. Сейчас палец засунул. В пулевое отверстие. Как ты себя чувствуешь? If I'm being honest, I've been better. Окей. Ничего страшного. Если на вылет прошла, так забинтуюсь. Забинтуешь, и все. How did we get here? До которого? Пешком. Что ты имеешь в виду? What do you mean? Sitting in the snow, leaning up against a tree, bullet in my leg. But alive. When so many of my friends are dead for no good reason, and I couldn't do anything to stop it. Ну, наверное, вы сами это затеяли. Just gone. Когда убежали от Карвара и остались рядом. Pete, Alvin and Becca, Carlos, Sarah, and for what? Это не твоя вина. You can't blame yourself. It wasn't your fault. No, not completely. I could have done more, and that ain't up for debate. I know it in my bones, and I gotta live with it. All right, this should work. Нельзя себя корить за то, что ты мог сделать. What I miss? Это как синдром выжившего. Nothing much. You know, complaining mostly. Trying to guess how far this place is. Становится холоднее. I was just mentioning how cold it is lately. Он себя чувствует вроде как радостно от того, что выжил. Cool jacket, huh? А ты все про куртку замечаешь. I'm sure most of that'll come out with a little soap and water. Почему? I'm fine. Почему тебе эта куртка заботит? Hey, Clem. Go over and see if you can change the bandages. Окей, не повязку поменять. Да у него там полглаза нету. I offered, but I don't think he was comfortable with me doing it. Опять сейчас черепушки на весь экран. You know him better than I do. Maybe he'll let you do it. Ладно. They really need changing. Okay. That a girl. Короче, Люк радуется, что он выжил, но винит в себя в том, что не выжили другие. Синдром выжившего. It's gonna clean it. Oh, I know what it does. It's gonna suck. It's gotta get done. Надеюсь, Кенни позволит. Сегодня серия такая будет, вводная. Разговоры в основном. Готовит нас к финалу. Надеюсь, он будет попроще, чем в первой части. Я уже к ним привык. Хорошо. Ребекка was so out of it, she hadn't settled on her name. Мне нравится. Yeah, I like it. Alvin Jr. it is. Alvin Jr. Well, I think AJ approves. What do you AJ. Got there? Because I think I'm all right. I mentioned it earlier to Bonnie. I told her I'm fine. Можно я сменю повязку? Can I change your bandages? You shouldn't have to do stuff like this. Не стоит, но надо. Do a lot of things. All right. Let's get it over with. Hopefully it don't scare this little guy. А ребенка не хотите отдать? Ну давай, Кен. Твою мать. Опять мне все делать. Мне уже хватило первого раза, когда я зашивал рану, Клем. Ну что, отворачивайтесь. Начинаем. So how's it look? Ну? А, нормально. Мне так жаль, Кенни. Я думал, как у Карла, полбашки нету. У Карла из комикса. Нормально. Сейчас промоем. Промоем и забинтуем. Все будет огонь. Окей. Ну что, готов, Кен? Блин, ну нехило, да, он тебе накидал. I'm guessing this is gonna be the shitty part.
Может немножко щипать. It might sting a little. Блин, ну реально, ребенка-то отдайте. Ты сейчас его подбросишь. Ладно, поехали, Кен. Держись, мужик. Нормально. You need to stop squirming. Микробы зато не попадут. Давай, Кен, будь мужиком. Sorry about the language, Junior. You're gonna be tougher than me when you're grown. I'm gonna expect you to be more of a gentleman than I am. But man, is that smart? Он будет сильным, как его папа. Just like his dad. Oh, no. Alvin didn't look it, but yeah, that guy had a pair on him. Да, Элвин герой. You're right about me giving myself up. I can't believe I was willing to sacrifice Alvin just to hold out a little longer. We should have saved him sooner. Got him out of the camp. I'm gonna think about that every time I look at Alvin Jr. here. Хотя не знаю, он вроде тоже негритянок. Raising this boy, it should be him. Воспитывай его правильно. The best thing you can do for Alvin and Rebecca is raise him right. Make sure he's safe. I intend to. Все? Теперь бинтуем. У тебя бинт уже весь грязный. Новый бы. All done. Ну что, Кен? Thank you, sweetie. Yep. Are we ready to go? О, как новый? Два раненых. Балбеса. Ну, надеюсь, когда мы доберемся, там будет все, что нам нужно. Еда, сон, вода. Что нам еще нужно? Надеюсь, там не будет ходячих. Надеюсь, там не будет бандитов. Но ходячих сейчас маловато очень. Ух ты. Станция. Hey, I'm talking to you. What? Ты что там? It's what? What do you mean, what? The place you're fucking taking us. He doesn't speak much English. Yeah, no shit. Is that it? I thought you said it was a house. Арва, мы не хотим сделать тебе больно. We're not trying to be mean to you. We just want to know if this is where the supplies are. Ты тоже скотину нас кинул? Are the supplies here? Не рассчитывай, что я с тобой буду мягок. The house. It's still more walk. Some more hours. Но уже темнеет. I knew this was gonna happen. This guy fucked us. Подожди. Thank you. Don't mention it. Давайте здесь остановимся. Maybe we should stop. Отлично. Ты читаешь мои мысли. Relax. Подожди. He's lying. He's been lying this whole time. You don't fucking know that. I know we've been walking all day and we're still fucking nowhere. Давайте остановимся на привал. I think we should spend the night here, if it's safe. That's a big if. Well, there's a fence, which would help with walkers. Maybe. Давай, Кен. Just try and have a calm, quiet night. Please. That sounds nice. Yeah. Yeah, it does. Oh, shit. Sorry about that. It's all right, buddy. Клементина давит на жалость. It's all right. If we're staying, we should scout this place out. All right. Давай, Джейн, ты шаришь в выживании. Ты единственная, кто здесь бодрее всех. Обойди, осмотрись. Кен. Тебе, мне кажется, с малым остаться стоит, а не мне отдавать его. Ну, как хотите. Тише, все хорошо. It's okay. LJ. О? Прокатило. Calmed right down for you. Ну, that's a good sign. Он такой милый. He's cute. Yeah, he is, isn't he? Most babies are pretty ugly this soon after being born. Да нет, прикольно нарисовали. That's true. They usually look like weird little animals. Here, I got him. Что там? Over. It's safe. Отлично. Переночуем здесь. Пойдем дальше утром. Красиво. Ух ты, уже ночь.
Круто вы устроились. Уютно. О, Майка тоже уже перебинтовали. А я не заметил. Кен теперь батя. Заново. Ну, хоть какой-то смысл. О, Люк. С днюхой, братан. С днем рождения? Не знаю. So that makes you what? 27? That's right. I'm surprised you remember. 27? Sure as hell feel like I don't even start with that shit. Got out of college 5 years. Мне тебе 22 дал. Feels like a million years. At least I don't have to worry about paying off them student loans. I hear that. I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork waiting to collect. Probably. I'd have liked to go to college. Мне нравилась школа. Just a waste of money. Well, вы решили о старой жизни поговорить. О, ты тоже историк. Sounds like you majored in working in a coffee shop. Pretty much. Oh, stop it. Ну, давайте поболтаем. Keep the old man happy. Oh, I almost forgot. Was saving it for a special occasion, and while it being your birthday and all. О, бухличка. This is as good a time as any. Не, пить не надо, Клема. Это хорошая идея, но я о том, что... У нас как бы заложник. Ну, тебе-то понятно, ты... бывший наркоманка. Да, я об этом. Не стоит напиваться. Вам завтра в путь. С батуна будет хреново. Ладно, давайте. A toast means we all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. Вечер встреч выпускников. To the loved ones that we've lost along the way, and to the hope that we see them again. Этим видео я никак не пропагандирую алкоголь, выпивку и прочие вредные привычки. Yeah? I didn't mean for it to rhyme. Просто это в игре, и я вырезать это не могу. I think the fence has got us pretty secure. We can't be too careful. The baby might be cold. Nah, I'll keep him warm. Просто посиди с нами. He's a tough little guy. Come on, Kenny. Just sit a little while longer. Не обязательно пить. Nah, you stay warm. Клементина же не будет. Clem, let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler if you need. Ладно. Только недолго. Ребенок реально может замерзнуть. Джейн не будет по-любому. А вы трое бухайте. Fire's real nice. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. Джейн нет, не хочет. I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out, she up and surprises. Она так и будет держаться одиночкой. I know. I just don't know what. Я рада, что она вернулась. We're lucky to have her. I'm glad she's here. Well, she helped us back there. So that puts her as okay in my book. Well, it ain't no secret how you feel about it. Oh, come on. I'm just teasing. It was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and guts. Интересно, что Люком и Бонни что-то было? Wanted to forget about all this shit. Ну, они как-то между собой так общались. Man, that's longer than I'd last at this point. Hey. All right. It wasn't 10 minutes. Come on. We got a little one around. Я уже взрослый парень. Мне можно. It's my fault for bringing it up. Я знаю, о чем вы. You guys are talking about. I certainly hope not. You're talking about kissing stuff. Ну, не совсем. Yes. That is exactly it. Was there any kissing? You shut your mouth right now. The both of you. Красавчик Майк. Поугарать хоть с вами. Вы все, кто остались у меня, у Клементины. Maybe she came back for you. Может быть, но она, скорее всего, ради меня. Know what to say to that. Может, ты ей нравишься? I don't know. Maybe she likes him. No, I think we could bet on that. Because you see here, Luke's a regular Casanova. Hey, shut up. Don't be modest. Your moves are working on all the ladies. Майк, все угораешь. Опа. Ты тоже повелась? Shit. Ага. I too, didn't I? Проболталась. Sorry. Что было? Drink talking.
They say a drunk man's talk is a sober man's thoughts. Well, I ain't a man, so they can take that shit somewhere else. Ясно. Значит, у вас тоже было. Go see if you can get Jane and Kenny over by the fire. It's too cold for them to be out there like that. Oh, and here. Maybe a swig of this will change their minds. Ну, пойду поговорю с ними. Может быть, действительно, наедине со мной они поговорят, разговорятся и станут полояльнее ко всем. О, мне дали осмотреться. А с вами поговорить нельзя. Болтайте между собой. Что с костром? It's so much nicer by the fire. О, уже накидался. Это что за вывеска? At least we don't need to worry about being electrocuted. Надеюсь, мне дадут все смотреть, успеть до того, как я поболтаю со всеми. Кенни, Арво, Джейн. Ну, во-первых, надо поговорить с Кенни. Хочу с ним поговорить. I miss TV. Feels like forever since we had electricity. Ну так-то да. Прошло уже довольно много времени. Эй, Кен, нормально все? Ограда? Что с ней? Seems secure enough. For one night anyways. Надо, чтобы кто-то следил. Эй, Кен, тебе не холодно сидеть? Давай поговорим. There, there, little guy. Shh. Shh, I got you. I got you. Hey. Hey, Ken. Oh, hey, Clem. Привет, привет. Just needed some air. Что с тобой? There's air everywhere. Поговори со мной. Расскажи, что тебя тревожит. I'm sorry for how I acted back there after Sarita was. I couldn't handle it. I'm sorry. I mean, you did what you could. Хорошо, Кен, не вопрос. You tried to help, and I blamed you for it. I'm so, so sorry. Не извиняйся. You don't have anything Главное, что ты понял, for. I know you didn't mean что это не я виноват. Thanks. Что ж, этот вопрос решен. Что ж тебя беспокоит? So Кенни, у тебя есть все шансы измениться. Воспитать этого пацана. I thought I enjoyed that time away from him. Давай, Кенни, соберись. But I'd give anything for one more second with them. To play catch with Doug. To touch Katja's face. Anything in the world. Я тоже скучаю по Даку. He was a good friend. Ну, не я, он Клементина. Клементина с ним дружила. He was a good boy. Pure. Just wanted folks to be happy, that's all. Boy like that, thrown into a world like this. Ну, Кенни, никто был, не был застрахован. He's gonna get raised right. I won't make the same mistakes again. Эта речь мне уже нравится. Ободряющая, обещающая, воодушевляющая. Ain't no sense in both of us being over here. I can handle watch on my own. Я не обижусь, okay. Если ты захочешь побыть well, один. I understand if you want to be alone for a while. Ну, действительно, тебе надо побыть со своими мыслями, видимо. Thanks, Clem. Без проблем. Глоток хотя бы сделаешь? Джей не дам бутылку. Потому что она единственная, кто может следить. Эй, у меня пропал вариант дать бутылку ему. Капец. Короче, Джейн единственная, кто следит, бдит за лагерем. Тем более ее навыки выживания пригодятся, если эти трое вырубятся. Пойду с Арво поговорю. Ему выпить нельзя дать. Интересно, сколько ему лет? 18 хотя бы есть? Арво. Вы бы его хоть как-нибудь привязали получше. Я имею в виду. Мне жаль твою сестру. I'm sorry about your sister. Я имею в виду, привязали бы его сидя. А то он сейчас примерзнет лбом. Эй, Арва, давай еще поговорим. Leave me alone, please. Арва. По-братски. Ты русский или нет, а? Чё ты нюни развел? Соберись, тряпка. Ты же русский мужик. Ну ты будь мужиком.
Не буду с тобой разговаривать. Джейн только можно предложить, Ром. Джейн, я не хотел этого делать. Они меня заставили. Понимаешь, Джейн? На. Привет. Откажется. They expect you to lure me over there with alcohol? I wouldn't have expected a bottle to last this long. It's probably been a while for everyone. Мы хотим, чтобы ты чувствовала себя как дома. It's warm over by the fire. What is it? It's rum. Что, выпьешь? Не хочешь? Ага, ты из-за Люка переживаешь. Ясно. I don't know. It might be awkward. I wasn't expecting to, you know, be around. Все мы взрослые. We're all adults here, are we now? Даже если будешь дурачиться. Mature or whatever. I wish it was that easy. Они тоже это поймут. People just love making it harder than it has to be. Why does this feel like I'm signing a contract or something? That's really good. Have you had any? Want a sip? Нет, спасибо. Okay. О, даже вариант ответа есть такой. No thanks. I'm trying to cut back. Я против алкоголя, тем более детям. Сигареты тогда Пит предлагал. Но она же девочка, еще учё, совсем что ли? God, I was so stupid back then. There was this time I broke into my parents' liquor cabinet and drank a whole bottle of this really spicy sweet liquor. Oh, what was its name? I was dumb. Earthquake or something. Ты чё, уже поплыла? You were a bad kid. О, может, ты расскажешь о своем прошлом? At the bottom of the bottle there were these sugar crystals, and I got it in my head that I really wanted to eat a couple. Так потому что ты пила ликер. So I had a great idea to smash it on my parents' dining room floor to get at them. And it shattered into a thousand pieces all over the dining room. And I proceeded to eat what I thought was sugar candy. Стекло? It was not sugar candy. Это было глупо. That's really stupid. Yeah, Clem. I was drunk. Съела ледяной. Glasses, it looks a lot like sugar crystals. That's never really been ну и как ты пережила это? Keep it that way. Тебе операцию делали? My sister found me, drunk, blood pouring out of my mouth. Жесть. Jamie thought I was dying, so she called 911. They pumped my stomach. Got grounded for 6 months. Holy shit. Охренеть. I haven't thought about that in a long time. Да, Джейн. Меня больше интересует, кем ты была, когда выросла. Я имею в виду, кем училась, на кого училась, кем работала. Про этих-то более-менее понятно. Давайте посиди с группой. У меня какое-то ощущение, что ночью что-то произойдет, потому что как минимум половина группы будет. No, that's... Выпитая. I'm fine. Набуханная, короче, по-русски. Oh, yeah, okay. Wherever you like. Ну, давайте поболтайте, ребят. Ну и? Я же со всеми поговорил. С ними говорить нельзя. Кен один сидит. Нажать больше ничего не нажимается. Пойду попробую к ребятам подойти. Значит, они. Jane, you don't have to justify that with a response. Hey, I find it's best to just get this stuff out in the open. Less drama. Well, that's fine. But I can confirm there was no time. Нормально, нет? Обсуждать. All right, enough of that. Hey, Clem. Выносить это на общее обозрение. You just spend so much time trying to stay alive that... Вам, простреленным алкоголь, не очень рекомендуется, ребята. Давление же повышается. Ну ладно. Кто-то Марвах, значит. Надо что-то с ним.
Да, давай, Мэг. Сделай это. Yeah, yeah, all right. It looks like he could use it. Leave me alone! Whoa. Sorry, okay? My fault. I shouldn't have... Leave me alone! Ни хера себе. Кинь, ты что, дурак, что ли? Ты его там не убил? Jesus, Kenny. You knocked the kid out. What was I supposed to do? He was screaming bloody murder. What the hell did you rile him up for? He was tied up. So? Нельзя было убить What's that его. Got to do with anything? It was under control. You knocked him out with a gun. I was just reacting. I didn't have time to... Fuck! Ты устал, Кенни. Kenny. Maybe you should get some rest. Yeah, that's a good idea. Yeah, okay. Yeah, I could probably use some sleep. Иди. It's been a long day. Отдыхай. We should rest up. That kid was defenseless. I know, but we can't do nothing about that now. Let's just get a little rest. Will you take first watch? I mean, I can if you don't want. All right. Вы сейчас набуханные, блин, подеретесь с ним. Come on, Kenny. Let's как минимум до крови. Okay. Yeah. А может быть, поубиваете друг друга. Who knows how long a walk we got tomorrow? Блин, Тамарова-то живой нет. Взял, просто вырубил пацана с приклада. Что, Джейн? Кин сумасшедший немного, да. Я понимаю. Ну и на этом, я думаю, сегодня остановимся. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новую серию, и поддержи лайком. Всем спасибо за просмотр, ну и всем пока.